светлый и радостный праздник. В этот день, 77 лет назад, закончилась Великая Отечественная война. Мы с благодарностью вспоминаем воинов, отстоявших мир. Сегодня среди нас присутствуют участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Примите искренние поздравления с Днем Победы. Память о Великой Победе и спустя много лет объединяет разные поколения нашей Родины, делая нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над головой. Для нас вы всегда будете примером преданности своему народу и Отечеству. День Победы – это праздник на все времена. И наша страна, Великая Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 45 года. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь. С праздником! С Днем Победы! Голубь мира. Выражение, получившее популярность после окончания Второй мировой войны. Оно призывает людей к поиску мира, а также к осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по защите мира на планете. К сожалению, несмотря на подвиги наших дедов и прадедов, у границ до сих пор неспокойно. Войска Российской Федерации и сегодня борются с проявлениями нацизма, защищая наших граждан. Мы хотим выпустить в небо этих прекрасных птиц, символов мира, чтобы черные тучи войны никогда не заслоняли солнце над нашей Родиной. Пусть всегда будет мир! Спасибо, что вы сегодня с нами на этом великом празднике. Напоминаем вам, в 12 часов в культурном центре имени Ивана Михайловича Астахова состоится большая концертная программа. Работа полевой кухни и мастер-классов закончится ровно за 15 минут до начала концерта. Поэтому, кто еще не поел нашу вкусную кашу и не выпил чаю, подходите к нашей замечательной полевой кухне. А также приглашаем вас на наши увлекательные мастер-классы по изготовлению военной пилотки и поздравительной открытки. Ждем вас! Дорогие друзья, отдыхайте и гуляйте!